А где танька-то у тебя? А? Танька-то где? Да, я говорю, пьяная где-то. Все, проругался. Да не, они ругались, она приходила. Рассказывай, ну, паскудник, скоро жилье, говорят, блядь, купят ее уже, блядь. Что? Паспорт-то получил. Сад купят уже, блядь, скоро. Нет. Будут покупать. Дома будут уже. Прошлый раз тебя не было, мы тебе искали, тебя не было. Я за трубами спала пьяная. Так мы тебя, а мы не были там, да? Были? А, не купить нам. А вам водку привезут, да, Бульдог? Нет, нам тоже надо водку. Ты же не... Шоколад и водку. Паша, нашел кому говорить? Не, ну Паха сказал, что Паха же, посмотрим. Что ты сумку трогаешь? Он достать хочет, там, наверное, пузырек? Вы же нам надевали свой. Ладно. Все, раз, на. Я наоборот пропускаю. Не. А, ну что тебе, перерыв? Не, видишь, Паха, ты сейчас просто это говоришь. А сейчас вот войдешь вот в их ритм, вот как Бульдог, блядь, как бы. Не, вот я тебе говорю, если ты будешь так на улице жить, ты не сможешь просто на улице жить и не пить, блядь. Это пиздец. Что будешь, блядь, книжки читать, вам книжки привозить? Привози, буду читать. Ну, Паха, блядь, смотри, если так и будет, блядь, то тогда, блядь, денежку будут тебе давать за это, блядь, если бы не будешь пить реально. Вот мы с тобой сказал, сейчас очень машина. Машину? А у него права есть. У него права есть, нахуй, но... Бля, ну посмотрим, Паха, посмотрим, Пах. Вот я пока сказать ничего не могу, я посмотрим. Вот верить так. Ну я тебе говорю, если будет, так посмотрим, что. Все, что, и потом... Не кидай, ты-то, Андрей, знаешь меня, что я. Потом бульдога заходил. Давайте выпьем за это, да? Давайте выпьем за нас, за вас. Да только что пили. Ты же меня. Блин, никакая машина вам. Да, с таким питьем, блядь. Ей бочку привози, мало. Так, ну а что, ну если любит, вы человек убить, что я виноват, что ли? Я говорю, так я здесь вот. Работал. Дед все, с рыжим наговориться не может, блядь, сколько не виделись-то, блядь. Три дня, наверное. Рыжие мурашки аж по коже пошли, блядь. Неделю не виделись? Да. А если месяц не видите, вы, блядь, целоваться будете нахуй? Это вообще труба будет, там труба будет. Сегодня это самое, увидел. Мы сидели в лавочке, у нас с Юганом. Ты вчера мне сказал. Ну так, я говорю, так ты мне сказал. Что он тебе сказал? Сестра сказала его, вообще. Старшая сестра. А я пошел его искать, весь город обошел. Рыжий, держись уж дома, блядь. Пить ты так сможешь, что ты, приходи по воскресеньям пить. А дома живи хоть, ёпты. Неужто, блядь? Нахуй, блин, ну пока что-нибудь это не заставит его дрова колоть, нахуй живет. Как только дрова. Дрова-то не надо, у нас хули котельная, нахуй. Ну это газовая, нахуй. Газовая. Там хули там, нахуй. Только в баню, если. Скажут, иди газ добывай, нахуй. А хули добывать. Там нормально. Ну, ребята, вот видите, с Пахи обещание взял умное. Паха говорит, пить не будет. Вовка дома жить будет. Че, у меня пласкат хороший? Дед к бабушке вернется на. Бульдог на лесоповал поедет, нахуй, с комаром, блядь. За тарелку супа будет работать, лес валить, нахуй. Да? Поехал. Давайте я устрою, что? Не хули, мне какая разница, деньги-то. Я хоть на вас деньги буду зарабатывать. А то все говорят, я на вас деньги зарабатываю. Как я зарабатываю? Вам деньги даю, водку даю вам. Как я зарабатываю на вас деньги, бля, не знаю. А сейчас буду хоть зарабатывать. Троих вас, нахуй, на лесоповал. Мне деньги будут, а вы тарелку супа будете получать. А чё, дед? Паша, я что-то вспомнила. Мы возле металлиста бухали, и у тебя есть сын? Нет. А он сказал, что он твой сын. Да? Нихера себе. Так вот прыгал на колесе. А я, говорит, знаю, а я Пахин сын, он так прыгал. Да ты что, нифига себе. Ребята, у меня даже сын появился. От тебя, что ли, блядь? Нет, вон, от всех этих молодых находит. Всем привет, и привет тоже передавайте. Ребят, там еще у тебя, Дурдан, как его, я только не помню, как. Тоже от тебя, блядь, привет им всем. Да, ну-ка, любимая моя, скажи привет. Любимая моя, привет тебе. Любимая моя, привет. Блин, это пасходник, надо. Увидимся. Комар, блядь, сосмеялся. Его, блядь, не рассмешить, да. Ладно, что, вас увезти? А не это самое. Туда. Ну, поехал я, Бульдог. Это самое, тебе, вон, от всех ребят. Танька, молодых всех привет. Да. Вот к вам принесу, блядь. Да. Будь такой наглый, нахуй. Или смелая. А Паха, ты не бьешь, да? Или надо нахуй? Или не бьешь? Вот так вот. Нахуй. Тебе, комар, что? Китикет привезти? Китикет? Ты прошлый раз, блядь.
Не, здравствуй, ты помнишь, съел у кошки, блядь. Не помнишь, что ли? Ты не помнишь, что ли? О, блядь, напился, я говорю, пофиг, она соевая, съел пачку. Все, блядь, взяли, расстроили, нахуя мы напомнили, блядь. Все расстроили. Ладно, тебе колбаску привезу, тогда. Просто нормальную колбасу привезу. Ой, блядь. Ливерную? Какую? А тебе, Никола, что привезти? У тебя же есть. Аленький цветочек? Ну что, бульдог, блядь? Давай прощайся с Рыжим, с дедом, я повез их нахуй домой, блядь. Ну, блядь, не прощаемся еще. До встречи в воскресенье. Не, воскресенье, да. Мне сейчас еще надо другое. Давай. Иваныч. Ну, блядь. Никола, прощайтесь. Много не пейте. Если будет, то приходите. Здесь в воскресенье будьте здесь. Сюда приходите к тебе. Пока. Я надеюсь, смотри. Идите, если благо будет. А если так... Никола, маленько. Пока. Все, понял. Комар, пока. Тебе говорят, пока. Он с тобой прощается. Ладно, все, Танюха, воскресенье. Бульдог, не ревнуй нахуй. Кого? Найдем тебе другую девушку. А у меня того, подруга того. Я ей еще привет передам. Все, ладно, давайте. Все, я уехали. Там это моя любимая, это передай привет. Да, обязательно передаю. Обязательно. Давай. Это, блядь. Пошли, деду, везу тебя домой тогда, что ли, хоть. Да, хоть. С Рыжим попрощаетесь, блядь. Ага. Что-то как-то странно. Ребят, как-то они просто меня отпустили. Как-то они просто меня отпустили, блядь. Взяли его, не снимая штанов. Кто? Курица эта. Ух, да блядь. Вы, короче, давайте, да бегите нахуй. От комара, блядь. Да? Блядь. Никогда-то такого. Короче, ребята, вот видите, как вы говорите, Таньку жалко. Смотрите, она не пропадет нахуй. Она самая хитрая, блядь. Я еще не видел таких. Рыжик, передай, пожалуйста, Наталье Яникеевой из Новосибирска привет. Наталья Яникеева. С Новосибирска. Привет тебе большой от Вовки Рыжего. Ну, все, поехали. Ребятушки, приехали. Дедушка привезли. Сейчас проводим его. И поедем, Рыжика, поедем домой. Да, ребят, блин, вот так вот. Водки, блядь, все нету, а вы говорите, блядь. Таньку жалко. Ох, тех, кто там жалел-то, вот им будет. Нос того утрете. Эх, Рыжий, по стариночке, блядь. Это как давно здесь не было. А вас, вы что, не допили, что ли, пузырь тут? Это вот, который у меня был. А, ну я говорю, не допили? Ну вот, дедушка, блядь. Сейчас приеду, блядь, скинем, понял? А то, блядь, реально, блядь, я уже, блядь, своих актеров, блядь, уже не могу, блядь, пиздят у них, блядь. Вот, блядь. Нет, пивни их хоть, что ты? Я пивни. А у Рыжего там есть, если что-то хочу. Раздавите ее, нахуй. Это Рыжий, блядь, домашний какой фраерок, нахуй, а? Нормально. Нормально, конечно, нормально. Что? Хорошо. Еще бы тебя, блядь, пристроить кого-нибудь, блядь. Бабки какой-нибудь, нахуй. Не надо. Без пизды, но работящие, чтобы было. Не надо. Почему не хочешь? Я здесь буду. А что уже? Ну и похер, что тебе, бабки, ты что думаешь, ебаться надо просто? Ну охуенки. Семен, думаешь, запросит? Конечно. Они еще как запросят. А я. Здесь вот смотри, как хорошо. Не там вот на этих трубах гребаных. А там какой-то пиздец. Там свинарник такой. Гадюжик. Сейчас он не знаешь, что начнется? Движуха. Бухла, бухла, бухла. Сейчас к вечеру у бульдога денег уже не будет. Все, они сейчас. Наебашатся нахуй и все. Масленица называется. Что тебе, отдать баночки? Зачем? Сандалии лучше достань. Да туда легче надо. Ну, сейчас что, допьете, залезешь, выкинешь уже. У тебя где спички-то хоть есть? У нас мелочи-то не осталось, да? Мелочь, блядь, я не знаю нахуй. Вообще у меня все, блядь, вообще все деньги нахуй. Сейчас, блядь, посмотрим. А тебе зачем мелочь тебе? Ну, деду хуй, блядь. Да деда хуй тут 20 рублей нахуй. Ебать, даже, у меня даже на карточке нет денег, блядь, кто знает. О, блядь, какой-то нищий. А мы с дедом тут на солнышке греемся. У нас вон какой шалаш. Тут даже вот расстелило так на пузу. И спать можешь смело. На свежем воздухе. Сука. Тебе же кого пошел посядь, что ли? Нет.
Куда бы пиздил-то? Что там у него? У него там что-то... А, баночки. Что, сеструхе передать? Не суем, блядь. Рыжевить, говоришь, где девушка соскучился, говорит, нахуй. Конечно, может, тяжело, нахуй, мужику. Столько прожить, нахуй, блядь. С дедом? Ой, с рыжим. Вместе со мной. У него сейчас, кроме меня, никого нету, нахуй. Остальные мне нахуй никто не нужен. Или один, или я. Видите, ребята, в прошлый раз он дедушку письку застрелял, кстати, паскудник. А что это? Пьяный. Ну пьяный, это понятно, что. Когда деньги потерял. Рыжий такой белый. Да пошел. Да пошел он нафиг, да? Нет. Нафиг. Он нашел. А, нашел? Ну так там, там стали у рыжего в попке копилка. Он 200 рублей 500 запихал мне. Живем. Ушли, я охуел, где-то его. Пока иди сам, я не могу. Я говорю, сейчас где-то погоди. Сейчас сможешь, говорю. Сбегал, взял. Поскал по-партизански. Дед, я пришел. Встречай меня. Ага. Ты только не упади. Я говорю, да не-не-не, я вроде ползу. Все, бам-бам. Я говорю, что, пойдем гулять? Ага. Пошли с ним гулять. Нагуляли. Мы он сделал. Я говорю, что такое? Так Вова, надо это, дальше идти гулять. Куда? Ну, куда? По городу. По городу. Я говорю, короче, это скидываем, сдаем. И берем, и дальше будем гулять. Ага. Ну, нагулялись к вечеру. Отгуляли, отгуляли. Давай, дед. Откатывай. Откатывай, дед. Да, забирай себе ее. Выпейте, дед. Мы поедем, это оставляй себе. Конечно, куда там стучать-то будешь? Че он сейчас? Напьется, спать лягет и все, да? Поешь, блядь? Сейчас он, погоди. Сейчас он посидит. Тудым-сюдым, отдохнет. Потом хули, блядь, сидит. Пойду развеюсь, нахуй. Ну, как обычно. А куда пойдешь? Куда пойдешь развеяться? А, чё, куда глаза глядят, туда и пойдет. Куда? У нас же так, нахуй, куда глаза глядят, туда и вот. Идем. У тебя сейчас, ты сейчас рядом не приравнивай, ты-то уже все сейчас домашний, блядь. А у меня сейчас там, блядь, мне сейчас там вот стол еще ремонтировать. Вся твой сейчас там найдется. Работаем. Ну так вот, ребята, видите, рыжик-пыжик деловой стал, блядь, всё сейчас хули. Нормально, домашний. Сеструхе надо помочь. Молодец. Да, да даже не сеструхи, там все-таки у меня, ну, малыши, карандаши, ну, вся семья. Эй, че, как это? Все нормально. Как обормот, что ли, там должен быть. Дед, что-то не грусти, что-то в следующий раз к себе увидитесь. Хули ты грустишь, нахуй? А увидимся, куда что ты? В городе увидимся. Ну, да что? Я увидел в воскресенье. Я сегодня... Ну так, на неделе увидимся, что ты? Увидимся. Что ты грустишь-то, блин? Да, я не грущу. Да, я вижу, загрустил, нахуй. А то Инесси нажалась, она тебя быстро, нахуй, с собой разберется. А я ее не видел. Да? А кто спал-то, нахуй, блядь? Ну, блядь, дед, видел, нахуй, не помню. Там тебя все племеши уже видели, 3 дня, нахуй, там. Зависал. Ну, а хуже какого-то, нормально. Хоть с малышами там поговорил. Дед, блядь. А он и не помнит нихуя. А ты, дедушка, пьяненький. Они там прыгают, скачут. Им-то и хуже, порезвиться надо. Ну, хуже, они маленькие. Им надо поиграться. Поиграться им надо, но... Ну, поехали, рыжий. Я тебя увижу, потом приезжу, да и все. Шмотки увидишь, потом приезжу, деду, да и все, как охота. Не приезжу? Ну, давай, деду, жми руку, нахуй. Обнимайся, нахуй, с дедом тогда. Дедушка, теперь дедушка, в воскресенье жди меня здесь. Обязательно. Все, скинем, нахуй. А у меня там. Смотри, куда положил. Ребята, у дедушки печалька такая, блядь, на глазах, нахуй. Рыжего, блядь. Рыжего прощается с рыжим. Вот завтра будет погода хорошая. Пойду стираться. Что, не можешь спичку достать? Да хуй натолкал уже. Чиркни писька об яичко, вот тебе и будет спичка. Спичек-то там дохуя. Да? Забери, если не. Ну нахуй мне надо, у меня зажигалок там, блядь, уебаться нахуй дома. Сейчас курнем на дорожку и рванем. Паскудник надо. Опять клешнями ребят начнут трясти, блядь, рыжик. Пыжик надо. Надо что-то такое замутить. Ну нормально. Ну, охуенное. Ну не вот это вот на трубах. На рыбалку, блядь? Посиделки эти ебаные. Надо что-то такое замутить.
Я удочку принесу, блядь, вот здесь пойдем посидим на рыбалочке. Вон, нету. Червей накопай нахуй в воскресенье. Кого нету? А, на хлеб клюет. А хлеб тогда привезу нахуй. На хлеб клюет. Че нет, это удочки есть у меня, хули? На всякую хрень тоже не клюет. Да я привезу вам удочки, заебал, блядь, чтобы рыбачить. Я бы, блядь, его хуй бы сварил бы, да. А ты кастрюлю-то, есть у тебя кастрюлю-то уху варить? У меня кастрюля, сковородка. Ну все, смотри. Семейная? Новая. Нет? Прям новая, что ли? Я одуреваю. Люди, да, блядь, богатые, блядь, не ценят нихуя. Нихуя. А потом все говорят, плохо живем, блядь, да? Ну, все плохо живем, все плохо. Все, выбрасывают хорошее, блядь, да? Mm. Они, может, не выбрасывают, они вам, может, просто оставляют, да и все. Где? Вон бачка ходит. Нет, они же знают, что вы придете, они для вас, как бачки для вас, как магазинчик такой. Нет. У вас. Некоторые бушные оставляют, ну, на возле это, парапета. На парапете. А некоторые, нахуй, бак, нахуй, все захуяривают. Да. Ну, они, может, вам специально усложняют жизнь, чтобы вам не все просто так было. Mm. Я им наплевать вообще на все. Кого там усложнять? Он, сука, зажрался, обожрался, нахуй. Кидается, хлебом даже кидается, это обалдеть. Как так хлебом бросаться? Ты представляешь, хлеб кидают булками. Это же, ну, обалдеть, нахуй. Ты положи его вот тут на парапет. На парапет положь, нахуй, и все. Все. Люди возьмут. Кому надо, люди возьмут. У кого-то там цепушки, нахуй, курочки, у кого-то поросята, у кого-то там коров, ну скажи. А кто-то как вы, бомжики, блядь, да? Да, джир, не заниматься там. Охуели, совсем там маму потеряли, все. Так, время. Не знаю. Второй час. Второй час. Тебе какое время-то, блядь? Ты счастливый же. Видишь, что куда-то рыбишь. Стоят-то и сейчас здесь вот посижу. Гномика-то не видели? Гномика? Да хуй, он как свою дурку вот ушел. Не, его, говорят, уже на улице видели, какой-то женщина какой-то его видели. Не видел. Не видел. Это багажника я видел. А, багажник, что? Есть багажник. Блять, одел бабскую шапку. Ёбану в рот. Одел эти. Как бабские эти, ёбаные. Стринги, что ли? О, эти, лосины. Штаны какие-то. Блять, посмотрела, охуеть. Да уже, пиздец. Ну это багажник, есть багажник. Так отправить его туда, сука. Куда? В дурку, нахуй. Да кому там нахер? Его надо в Европу отправлять. Ну, там, где такие есть люди, блядь. Охуеть, блядь. Вчера я уже. Не то, что охуеть, там, блядь, просто фонарить, нахуй, можно, блядь. Ёбать. Да я пошел вчера, даже не подошел к нему. А он сразу меня увидел. Да? А что, ты деньги должен, что ли? Да. Просто? Так. Постоянно. А пузо-то видели, нет? Я тоже видел. Видел? Я не видел. Где он живет? Бомжу или что? Конечно. Да, все. Че, ожил он, блядь? Ожог из-за... Ожог... Вот такие блямбы, нахуй. Да? И похуй опять, он жил же где-то, блядь. А где он живет? Где бомжу сейчас? Не знаю. Там-то заварен. Да? Ну они там на трубах там, я заезжал как-то, на трубах они там сидят. А, вот здесь что? Да, цыган-то это, блядь, там цыган. Да, цыган. Андрюха, говорит, вот таким голосом, кто он, блядь. Еще кое-то там у них. Ну, помчались, Рыжик, что ты? Давай, дедушка, нахуй. Ну, давай. Ну, давай, дед. Давай, дед, блядь, не расстраивайся, нахуй. Нормально. Когда я хотел, блядь, сфотку у вас, блядь, двух, блядь, этих титанов, блядь, нахуй. Вот так вот. Живем вот. Че, говоришь? Живем вот так. Рыжик, ну-ка, передай хоть всем привет там, блядь. Всем нашим подписчикам. Привет. И тот, кто нас поддерживает, всем привет. Рыжий домашний молодец стал. Тебя дедушку еще в дом пристроили бы, да? Нет? А, к бабушке его. Бабушке там. Пускай, под бабушку, пускай не на бабушку. Огород копает и на бабушке валяется. Все. Угу. Проводили дедушку к дому, а мы поехали с Рыжикой, да, Рыжик? Конечно. Давайте. Давай, дедушка, до воскресенья, жди, жди здесь. Давай, дед, блядь, я руку хоть пожму, что, блядь. Давай. Рыжик. Нормально. Пошли. Давай, дед, не грусти. Все, приедем в воскресенье, здесь Рыжим будете здесь. Я здесь. Да. Ну пошли, Рыжик, я увезу. Не бегать надо. Там тебе сейчас. Все, вот Рыжик, блядь, паскудник, пошел он и сел, блядь. Домой возвращается. Блядь, ребята, не уж ты, Павел Васильевич дожил за 3 года, блядь, Рыжего домой провожают, блядь. Не в бомболюб, никуда.
А домой, блядь, ребят. Домой. Бывает и такое, ребят. Вот видите. Дом это святое. Творит чудеса, блядь. Рыжик паскудник нахуй. Господь Бог творит чудеса. Да, пошли, Рыжик, там сейчас. Господь Бог курточку достанем тебе. Пакет сложим, там вещи. Ну, надо разобрать там все. Потом дам. Там, все скидали. Там водку-то, Олега, тебе прям по почте заслал, откуда-то издалека, блядь. Оленя. Ну, вот видите, бензин сливали, блядь. На курица увидела водку мою. Нахуй, а ты, знаю, и, ты ее вообще не знал? Знаю, я вообще первый раз видел. А, бля, вот недавно, говорят, бомжевать начала бульдог. Так, это что, это твои куточки. Так, где-то, тут пузырёк-то, Рыжик. Блядь, а как мне нести-то все? Вот, вот, я Рыжик тоже. А во, у тебя Рыжик, Рыжик, паскуда. Понял, у тебя два даже пузыря, оказывается. Еще бутылка водки, да? Вот так, курочку оденешь? А, то вот аккурат где-то в кармане, то аккурат достал, не вроде там стеклянная бутылка. Одень ее, чтобы Олег видел. Ой, Антон Оленев видел. Видишь, я подрежу, такой маленький тебе. На 30, на 25. Ну, Олень, там сигареты пачка еще. Все. А вон, Петр Первый, Пернул Первый. При постройке Петрограда, нахуй. Пакеты были бросил, Рыжик. Рыжик. Рыжик, опять все сливки достались, даже два пузыря. Я думал, один у него пузырь. Нормально? Большовато немножко, но ничего страшного, под дочек пойдет. Чистенькая она. Сеструха откормит. Паскудника. Опа! Антон, скажи Оленьев, спасибо. Антон Оленьев, спасибо тебе за поддержку. На, это убери, чтобы не разбилось здесь. Поехали, потом тебя выгрузим там. Пакет, ложь. Иди, надо вот это вот так сделать. Это, блядь, я не вздумай, это бензин, блядь, галоши я разжигаю. А то, блядь, подумал, что водка, блядь. Так, иди. Давай, слаживай все. Блять, самые, так сказать, не вещи, да? Самые пузырь. Ладно, хоть она два не увидела, блядь, да? Ну, а кто бы все это не отстало бы, нахуй, точно бы, курица. Вот еще, штанишки у тебя. Рыжик, нахуй, о, блядь, ой. Ну-ка, на, сложим. Блядь, тут у меня все тоже рассыпается. А мое, это пакет вот возьми сюда положи. Штанишки найти. Ну все, Рыжик сейчас вернулся. Рыжик вернулся, ребятушки, так что все, Рыжик сейчас будет сливки. Давай, стой, ставь пакет. Вот курочку сюда, блядь. Так. Рыжик, паскуди все собрал. Себе домашний, блядь. Оп. Баночки. Это так нахуй несу. В руках. Во, вот их вот целые. Да, блядь, опа. Так. Рыжик, паскуди. Со шлотками возвращается. Блядь. Ну все, Рыжик, теперь можно ехать. Вот о, дедушка! Ты куда пошел-то? Гулять уже пошел? Гулять пошел. Гуляй, давай, жди нас, давай. Воскресенье-то. Все. Да, да. Дедушка. Махом приедет сюда. Сюда приеду, чтоб сразу. Дедушка, видишь, тебе пошел бабушки, наверное, какой-то. Ладно, дед, давай, удачи тебе. Тебе удачи. Давай, дед, спасибо огромное. Давай, дедушка, все. Давай. Долго не гуляй. Как получится. Дедушка, так уехали, он раз сразу нахуй. Давай, дед. Пошел. Все, ребята, Рыжика привез нам. Рыжик шмотки забирать. Так, это мой. А, нет, подожди. Не моя, ну подожди. Где-то. А, нет, нет. Вот у меня там тоже это половник, блядь. Для коньяка. Шмотки забирать. А, Да? Такая Ладно, Рыжик, давай, удачи. Все, давай, удачи. Воскресенье, увидимся. Все. Давай, Рыжик. Там к деду подъедешь. Да, к деду подъеду. Все. Давай, Рыжик, все, пока. Давай. Всем пока, пока, подписчики мои. Давай, Рыжик, все, пока. Давай. Ну все, ребят, все, поехали домой.
Все, ребятушки, что, вот так вот закончилось. Так что ставьте лайки, если кому понравилось. Кому не понравилось, тоже ставьте лайки. Ребятушки, ну все, Вовчик, видите, все нормально, Вовчик живет. Не знаю, насколько его хватит, дай бог, чтобы он точно хватило, что. Как бы рад за него. Молодец. Только сейчас, наверное, тут выехать. Не знаю, поищем. Вот так. Давайте про группу ВКонтакте подписывайтесь. Про Инстаграм Бомжиков мой. Тик-ток там какой-то еще, блядь, ребята, там сейчас начал. Это так. Ха. Ну вот, еще и про Таньку, ребят, что я хотел сказать-то, блядь. Подвести итог-то этой недели-то. Вот вы говорили, Таньку жалко, баба, блядь, ребят. Вот никогда не делайте преждевременных этих, меня вот это всегда бесит. Кто там пишет, там то да сё, ребят, не делайте преждевременных, ждите, ждите и все увидите. А то преждевременно начнете там, вот это, а потом получается, что вы сами как это, как дурачки себя вели, блядь. Не делайте преждевременно. Вот она вам показала, какая она тонкая. Вот так вот. Ну все, пальчик вверху. Пока-пока.